Ученые КФУ из Open Lab генные клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии совместно с Казанским зоопарком разработают генетическое лекарство, которое позволит травмированным представителям семейства кошачьих восстанавливаться в очень короткие сроки. Технологическая база вся создана. У нас уже есть для многих видов животных опыт создания подобных генных препаратов. Представитель семейства кошачьих снежный барс – это величественный и красивый хищник. Он сильно пострадал в результате деятельности человека. Его систематически уничтожали из-за ценного меха. На данный момент животное занесено в Красную книгу. Потребность в изучении и разработке генетического лекарства для барсов напрямую связана с планами республики по разведению символа Татарстана – снежного барса. Мы надеемся, что разработанный препарат на самом деле будет полезен не только для лечения барсов, но, конечно же, и для домашних питомцев, и, возможно, для других редких кошек, таких как, например, амурский тигр. Успешный опыт применения генных препаратов, разработанных Казанским федеральным университетом и Ноттингемским университетом Великобритании, уже был замечен мировым сообществом. Ранее в наших выпусках мы уже рассказывали о том, что с помощью уникального генетического укола ветеринары Подмосковья в рекордно короткие сроки полностью восстановили лошади Афродите порванное сухожилие. Основным преимуществом генной терапии, используемой в этом исследовании, было применение комбинации прогеогенного фактора роста гена, способствующего росту кровеносных сосудов, а также фактора роста фибробластов, которые играют важную роль в развитии кости и хряща. Этот пример российско-британского исследования подтвердил то, что генная терапия является наиболее эффективным способом лечения травм. Мы уже давно занимаемся разработкой генных препаратов и для человека, и для различных животных. У нас есть уже достаточно большое количество публикаций в ведущих журналах. Особый интерес в средствах массовой информации вызвала наша работа, посвященная разработке генного препарата для лечения травм лошадей. Стоит отметить, что лекарства для снежного барса будут представлять из себя смесь нескольких генов, родных для этого вида животных. Диана Шилова, Универньюз.